Всем привет, дорогие друзья! С вами Starladder TV, с вами я, Максилиус. Мы находимся на фасткапе номер 92-28. Команды «Тут нет тимплея» и «Back to the Tower». Стадия банов пиков почти подошла к концу, но пробежимся быстро по ним. В банах у нас Storm Spirit, Troll Warlord, Dazzle, Necrophos, Phoenix. От «Тут нет тимплея» и от «Back to the Tower». Джиггернаут, Снайпер, Воид и Винга. Но, конечно, к пикам мы отнесемся более серьезно и посмотрим. И последний бан — это Свен. Вот тут не темплея есть. Вич Доктор, Рейс Кинг, Акс, Шадо SF и Фантом Ассасин, что намекает нам, что будет у нас редко в наше время Рейс Кинг Саппорт и Фантом Ассасин на слот керри. У Back to the Tower. Шейкер, Лансер, Сайленсер и Никс. Пока известно, понятно только, что у нас Лансер будет керри, а вот эти три героя пока еще не ясно практически. Никс, в принципе, хоть это редко случается в нынешнее время, может быть саппортом. Сайленсер может быть саппортом, Шейкер может быть саппортом. Также Никс может пойти в хардлейн, Сайленсер может пойти в мид. Ну и там, не знаю, триплу в карде какую-то организовать, либо слотом пофармить. Пока тоже не ясно, и последний пик должен все для нас решить. В целом, тут нет тимплея, есть крайне неплохая связка AXSF, то есть AXS у нас будет и Templar Assassin у Back to the Tavern, в мид, получается, Shaker Silencer саппорты, Nyx Assassin будет стоять соло, и Phantom Lancer фармящую должность возьмет на себя. Прыгают ребята по своим героям. Пока что игроки Back to the Tower еще не выбрали себе последнего героя. И вот игра у нас начинается. У Back to the Tower. Snail, Shaker, Go Rogue, Silencer, Hero на Templar Assassin, Mr. Blonde на Phantom Lancer и Core на Nyx Assassin. У тут нет тимплея же. Аздас на Phantom Assassin. В запасе 25 репортов Race King. Blank на Shadowfind. И Апаша хорошо играет на Witch Doctor. И Шиплец на Аксе. Хороший смог проюзан. Будут пытаться вылавливать кого-то. Вот у нас рисуется план захода. Вот так вот пойдут. Будут здесь войды ставить. А БТТТМ также, но без смока делают такой же выпад. Вот сейчас выкрутится смог, но он будет бесполезен в итоге, потому что здесь никого и не окажется. Обе команды хотели сделать какой-то ранний фраг, сделать ФБ, чтобы получить преимущество, но, видимо, этого не будет. Также вот мы видим, так, вот бан первого спауна. От лодов уже не будет первое время. Такой вард. Тяжело это будет найти, возможно. Просто, опять же, одна команда будет захватывать нижнюю руну, а другая верхнюю. Сеф, Тамплайка, в этой смите разобрали руны. Сразу Лансер улетает фармить свою линию. Не хочешь пропускать совсем крипов. Тут же. Сеф, Темплайк. Интересное противостояние. Темплайк все не щиты взяла в первом, а псиблейцы. Что ж, это поможет ей харасить Сеф. Сеф достаточно тонкий персонаж. И сейчас мы видим, что она и фармит. Нет, не смогла забрать у Сеф первого крипа. Надо как-то бить, чтобы харасить, мне кажется. Даже если ты будешь пушить. Вот у нас крип. Сейчас псиблейд дала, конечно, но... не смогла убить. Сеф же себе берет... Некромастер и уже имеет 3 души. Из первой пачки он не зафармил всего одного крипа. У Темплайки пришел ботл. Но у Сефа ботла не будет так. Пока что, конечно же. Так, он запустился на фул, но фул статы. Темплайка же имел всего лишь 2 врейсбенда. Не врейсбенда, а Iron Branch. Конечно же, оговариваюсь уже.
Так. На нижней линии Акс терпит от Сайленсера и Фантом Лансера. На самом деле, Сайленсер с этим, с этой курсой пока не так уж сильно его напрягает. Вот сейчас вешается, будет вешать курсу. Да, вешается курса, будет ли он агрё использовать. Или просто... Нет, агрё не юзает, просто теряет ману. Все-таки 80 маны, да, стоит у нас курса. 8 на 6,8, 48, всего лишь 48. Вот так он теряет еще жизнь, конечно. Сейвит себе 32 манки, но теряет жизнь. И вот опять. Но Сайленсер, конечно, тоже тратит ману драгоценно. Без маны он не сможет так продолжать долго. Хотя этот спелл стоит, ну, очень мало. 75 всего. Так. Сверху. На Никса пошла инициация, потому что залетели пока что каски. Каски, кинжалик, будет ли стан? Да, стан даже в карапасе дается, но не хватит, не хватит, вам нечего его убить сейчас. Фантомка прыгает, но получает стан, в итоге Рейскинг получает слишком много дэмэджа, перерягивает на фантомку, фантомка также получает, и еще и Вич Доктрина получал. В итоге все наполучали, сам же Никс Ассасин не умер. Приходится прыгать фласку здесь, здесь нет фласки, здесь тангами отъедается. Слишком далеко инициировали, слишком далеко залетела фантомка, еще и попала под стан Никса. Снизу. Показывает, что здесь заполучен спал. Окей. Шекер не может отводить в итоге. Шекер второго левела. Второго левела, как и Сайленсер. Ну и, в принципе, с этой стороны также саппорта. Здесь еще у нас характеристики идем вкачиваются, чтобы линия не пушилась, конечно же. Так, копье. Копье бокса. Я еще немножко маны снял. Нужен все-таки левел. Сайленсер, чтобы больше выжигать. Там 16 уже хоть что-то выжигает. Да, вот, уже хоть что-то выжигать. Уже, в принципе, можно Берсеркер Скол использовать, чтобы тратить меньше всего лишь только ману. Ну и отправлять, конечно, кол в КД. Вот у нас курса. Курсой промахивается. Повезло Оксу. Шипится, имеет у нас 4 крипов. Имеет 3 уровень. Никс у нас уже имеет 4, ставит себе вард, больше вижена. На врагов центра здесь стоит, уже задевардили, видимо. Какой-то первый вижен вард этого Никса. Или он им просто не нужен был, конечно же. Я пока не знаю. Так, вот у нас пошла курса. И сейчас Акс потеряет больше, чем от юза Берсеркер Скола. Да, он теряет на чуть маны больше. И в итоге... Возможно, сейчас надо именно Берсеркер Скол тратить на такие моменты, либо Батл Хангри качать, чтобы ну, не страшно было тратить от КД. Сайленсер все-таки также тратит свою ману, если ты сбиваешь его. Так, Лансер только что Фантом Раш поюзал, но не сам, конечно. Акс, Акс, мне кажется, просто не понимает, что ему сейчас делать здесь. Ману выжигают, сам он не хочет ее. Ну, как бы, не то, что даже сейвить эту ману, он, естественно, ее теряет, но так он хотя бы не будет терять жизни. Снизу Никс, первый Карпас, второй Импейл, второй первый Мана... Мана Бёрн. Radiant's bottom tower. У СФа ботла до сих пор нету. Или он обузится. Да, обузится, конечно, ботл. Вот, Кура у нас взяла воды и несет обратно СФ. СФ не хочет уходить с лайна. Хочет максимум получить опыта, тем более, когда ты уходишь на какие-то... Даже на чек руны ты можешь подставиться сильно. То есть, по сути, ты можешь брать только нижнюю руну, где могут быть и саппорты вражеские. Может быть, поэтому решает обузить, а не ходить за рунами. Но нет. Видимо, просто тайминги такие были, что можно было и забузить, и взять руну. Вот у нас богатство. Да, неплохо, неплохо богатство. Сейчас можно было проюзать, взять уже сразу 7-й левел.
топе, как ни странно, Никса вообще не забирают. Имея столько контроля, видимо, слишком хорошо. Слишком сейвово играет у нас Никс. Получая шестой, он еще сможет убивать этого Вич-доктора второго левела, Вич-доктора второго, в то время как тут Сайленса четвертого, Шейкер третьего. А Рейс Кинг у нас кого третьего. Пока что по опыту саппорта у команды ТНТ, ну, достаточно сильно просто проигрывает. В голде тоже БТТ немного впереди. Вот опять инициация в Никса. Решают отойти. Вот наш сейф-телепорт. Каски немного рано. Если бы успели каски в Шейкер еще попасть. В итоге просто обменялись скиллами. И, ну, разошлись. Аксакс ушел у нас леса фармить. Как мы видим. Слишком мало он получал на линии. Такой тяжелый. Сайленсер выжигал ману. Dire's middle tower is under attack. Что ж, мид подпушивается. СФ у нас, как мы видим, пошел подформил лес и просто уходит регениться на базу. Темпларка его выжила отсюда, на, как мы видим. Крипов немного меньше добило, но она постоянно его выгоняет. То есть куда же сейчас она идет? Идет просто бить в лесу, крипов слишком боится, что СФ где-то здесь. СФ на самом деле на базе. В топе у нас пошло какое-то нападение. Пошло или не пошло? Здесь у нас стоит Вич-доктор. Нет, не пошли. Видно их было. И вот этот стак стоящий здесь. Сейчас делает стак. Сможете сделать, не спалит ему стак союзник. Вообще, так, да, стак делается неплохо. Но жизни у Акса не так много. 350 все осталось. И вот. Крутится или нет? Берсеркер скол неплохо. Пошли. Шли обороты. Но приседает сильно. Так, приходится юзать стики. В принципе, сейчас можно просто с ульта забрать сатира какого-то, да. Трэшхолд. Нет, еще не пробивает. Забери ты сатира. Сатира много. Ультани в одного. Почему ты не хочешь ультануть? Так, все-таки сработал наконец у нас. Контрхеликс и, ну, фармит остальных крипов и уходит благополучно на базу. Нужно хилиться. У Фантом Ассасин есть Ring of Hells, есть Blood Sword, видимо, будет выходить в Battle Fury, какое-никакое. Медленно, но... Но Battle Fury хочет разрубать иллюзии Лансера, который у нас уже фармит с Мидасом какое-то время. Уже у него сейчас будет ПТшка. И вообще, в принципе, Лансер сейчас чувствует получше, чем Фантомка. Немного крипов больше, плюс Мидас. И золото будет накапливаться быстрее. Видимо, уже, вот, как у нас уже он на 300 обходит. Но в то же время СФ мид, можно сказать, выиграл. Побольше нафармил. Сейчас опять приседает. Койл, он ничего не носит. Еще Койл, который ничего не носит. И вот вы видели, просто оторвало 3 хп. Под дабл дэмэджем, под рефракшном слишком много урона влетает. Решают ставить паузу какую-то на какое-то время. Что ж, вообще в целом, по голде практически ноль, ровно на игре. По экспириенсу ТНТ ведут совсем немного. И не успели мы особо много порассуждать. И у нас продолжается игра. Потому что башни немножко уже спушили. Ходит Лансер за ПТшкой, естественно. Вот у нас минус ТП. Попает ПТшечку. Акс приходит сюда. Будет стоять здесь. Копье, минус мана. Ничего не юзает. Мана жжется. В итоге минус 140 маны просто... И First Blood. Templar Assassin с помощью Никса Вендетти наконец-то на 11-й минуте смогла сделать First Blood игре. Не сказать, что игра была какая-то даже скучная. Вроде все не так уж плохо и было. Какие-то попытки были, но... Нет, ФРБ только на 11-й минуте. Это крайне странно. Слишком сейвово играют ребят, либо слишком надеются на своих фармил. Вот. Решил покрутиться Акс наконец-то. Проюзал. Батл. Так. Пошла инициация в фантомку. Мелт. Тычка. Смыли.
На Христиана бежит. На Христиана сейчас еще у вас саппорта съест. Да, и это минус 2. 3-0. Только что было 1-0, но уже 3. Фраги делаются довольно легко для БТТ. Так, Никс. СФ, СФ, СФ. На СФ сейчас инициация. Койлы уходят в рефракшн. И вот это вот проблема СФ против Темплара Ассасина. 6 тычек надо нанести. То есть один на один тебе очень трудно сбивать от рефракшна, если у тебя нет какого-то атак-спида. Сейчас у СФ ничего нет. Он может делать дагер, может юл, но пока непонятно все равно. И в итоге сам развалится вполне без проблем. Уже проигрывает по нетворксу 1500 этой своему оппоненту в миду. А Лансер спушил вышку, не смог его остановить Акс. Лансер 1200 голды уже после ПТ, Аквилы. Вероятнее всего, конечно же, будут диффуза сейчас следующим слотом. Но может и апгрейд стиков какой-то сначала. Вообще покупка их. Трапа стоит. Фантомка. Да, Battle Fury остается только одно колечко. Но спасет ли это ситуацию? Вообще, в целом, у БТТ неплохой пик, но он, опять же, не имеет, что ли, не имеет возможности увернуться от этого фокуса. То есть Акс прыгнет, вас загрит. Если вы как-то не среагируете по-быстрому, там, каким-то ультом сайленса или еще чем-то, вас просто могут развалить через ульты. Вы в рейскинга можете потратить слишком много, он воскресен. И, ну, в таком духе вещи. В то время как у ТНТ, единственное, как это минус страты. Ну, действительно, такой минус я вижу своего комментаторского места. Так, вот у нас пока что начали убивать фантомку. Хорошие каски. Достанечка еще достаточно долго. Так, ловушка, ультует СФ, начал, немного разрезал у нас Никса, но Койл последний не может дать. В итоге просто ульт проюзался, с 29 душами. Ну и вернемся немного к тому, что я говорил. У Фантом Ассасина есть один минус такой. Она милишник, она тонкая пока что, без артефакта, она, ну, не очень-то сильная. Против таких героев, как Темплар, Каникс, то есть все эти баши, да даже с Battle Fury против... Ведь Флансер, она не такая уж сильная, если так уж. Но то уж пошло. Но посмотрим, если она достаточно удачлива, криты будут прокатить, и вообще игра пойдет неплохо, то я думаю, что у ТНТ еще есть шансы как-то отыграться. Всего 4000 пока что преимущество. Вот наш пошло нападение Рейскинга. Высасывается манка чуть-чуть. Так, маны хватило. И Темплар может за это жизнью отдать, за это. Так, эхо слэм, неплохо. Умерла. Темплар, конечно же, но это размен в этого саппорта, саппорта Рейскинга. Это то, о чем я говорил, что слишком много будут отдавать. Вы видели, прыгло, и началось. Даже эхо слэм потратить, чтобы забрать все-таки Рейскинга. А это саппорт. Вы слишком много саппорта отдаете, в итоге у вас мидер умирает. По итогу боя у нас мы видим... Так, даже больше, такое большое изменение, я думал, побольше будет. Но в любом случае. Не надо забывать, что Лансер фармит, у Лансера двое блейдов, уже есть рёба. Да, остался только рецептик, да фармит, там 300, 350 золота. 400. Да. 400 золота, да. Battle Fury, тут же у фантомочки. Уже есть Battle Fury. Там Diffusal Blade у нас фармит Лансер. Battle Fury фантомочки, она должна начать фармить быстрее, но без... Ну, хотя на 9, в принципе, урон уже есть какой-то, есть какие-то характеристики. Отходит, дело хочет стак сделать, да, стак появляется. Быстрее фармить будет. Тык-тык-тык, без критов слишком долго, вот крит. Крит хорошо, крит залетел, но... И дофармливается здесь у нас. Кентавр, захватчик. Очень интересно будет посмотреть именно на этом билд фантомки. Фантомка также имеет проблемы с убиванием темпларочки. Так вот, инициация в темпларочку. Второй стан дался не по таймингу. Вард. Да. Достаточно много потратили, конечно же.
там Дезвард этот. Но в итоге убили, опять же. Опять же, достаточно много золота. Такие волосы, конечно, идут не на пользу. БТТТ. Ну и вообще, на самом деле, вот этот Никс сейчас... Никс имеет нас... Ну нет, повыше, конечно. Думаю, что он не так уж много имеет, но... Как мы видим, нет, он все-таки... Хоть и занимает последнюю строчку среди фармил, но это и нормально для Хайдлэй Никса. Он все-таки не имеет способности к фарму, как, например, Акс. Даже лес он не сможет пойти пофармить. Сверху Лансер сносит очередную вышку. Уже вторую к себе в копилку. Ты в миду, я не уверен, что он забрал, но... Если считать, как для команд, то эта третья вышка снесена, в то время как все еще стоят у БТТ. Но, по сути, мы видим 4000 преимуществ, и 3000 из них это вышки. Что тоже не есть хорошо для БТТ, то есть они перефармят всего на 1000. Если такой фарм считать чистый. Киллы, фарм. Вич-доктор откатился, у нас Десвард. Но нельзя, нельзя поставить и Десвард, и дать каски сейчас, не хватит маны. Фантом Ассасин. После Battle Fury только ПТшка добирается. Уже можно добирать, но не так уж много это сейчас. Но она... Так, Никса в ней. Нашли Никса под центрой. Убили. Как мы видим, не спас ультимейт Никса. Спасли Карапаса, и в итоге очередной фраг уже 3-5. Видим, что фантомка. Сейчас, если фантомку оставить фармить, то она действительно выфармит слоты и убьет вас всех, там, кроме темпларки, а ее уж всей команды запинывать. Так, Рискинг. Ультимейт скоро откатится. Берет себе рецепт на соло ринг. Понимает, что против лансера с диффузами придется. Придется как-то доставать себе манку. Вот у нас темплайк, который вроде все хорошо было, и сейчас он уже начинает отставать. Даже не то, что отставать, а вот фантомка начинает нагонять. Конечно, хуже лансер еще, но даже тот же SF уже отстает всего 300-400 голды какие-то. Пойдут башни, и все. Проблема в чем? Проблема в Никсе. Если бы Никс, все было по голде идеально. Но Никс не имеет способности для фарма, не имеет каких-то артефактов, сейчас крутых у него есть... Там став визарды, пытается сделать себе дагон, но этого мало, как мне кажется. Слишком уж сейчас... Он бесполезен именно на этой стадии игры сейчас. Как хардлейнер. И герои не те, которых он должен кадрить. Если был бы Тинкер, Шторм Спирит, Блуза, еще было бы понятно. Но здесь кому-то ману пытаешься выжигать. У вас вообще... Но вы маны есть достаточно много. У вас есть Лансер, у вас есть Сайленсер, у вас есть Никс. Но это саппорт. Да, он у вас не воскресит. Окей, убили вы саппорта, но у вас герои получаются такие, что они не самые боеспособные в этом файте будут. Глобал. Глобал, чтобы убить доктора и Акса. В принципе, неплохо. За глобал убить двоих, получить в 4 интеллекта, какое-то золото. Но темпларка. Темпларка у нас фармит... Уже есть Яш, есть Блинк Дагер. Сейчас, возможно, у нас будет уже выход какой-то дизелятор, либо в БКБ, либо же соберет Манту, но на самом деле дизелятор либо БКБ, мне кажется, более верным вариантом, чем Манта ставил сейчас. На 1500 у нас обходит Фантом Лансер, хотя фармит он с Мидасом и особо вроде не дерется, у него 0-0-0. Фантом Ассасин же 0-1-0, но также вполне практически не дерется. По крипам тут 149. Да, по крипам фантомочка не отстает, как и SF. Неплохо фармят. Паша. Паша у нас ничего не имеет, даже каких-то запчастей на Аганим. Шуплец имеет у нас Вангвард Дагер. Вот у нас пошла инициация в лансере. Так, крутился хорошо. На ульт не хватает, не хватило уже маны.
Дальше крутиться он не будет. Ух, ставится White Witch Doctor, но слишком слабый. Так, прыжок, промазал. Лансер, Лансер тикает очень мало, Маледикт. В итоге, инициация не самая лучшая вышла. Так, вот у нас неплохая фиссурка. Я думаю, Окса просто заберут сейчас. Да, дается у нас станчик. И это фраг для БТТТ. В принципе, неплохой, но Акс не смог забрать лансеры. Принял в эти иллюзии, мана моментально выжиглась. Фантомка до БКБ. Остается там 700 голды, не так уж много. Бьет, бьет. Размен таверами, как я понимаю, пойдет. Хотя нет, лансер телепортируется. Почему фантомка-то не стала его бить? Лансер пришел к тебе в 200 хп, и ты отошла. Тебе на один крит. Чего ты боялась? Вот. Вот, давай, прыгай в дальнем. Все. Это фраг, это ошибка от лансера, что он пришел вообще сюда. Что он хотел. Сама же фантомка нормально улетела на телепорте. Длинный телепорт из-за прилетевшего сюда лансера. И в итоге лансер совершает такую гигантскую ошибку. Он сам фармер, который был топ-1, и отдает преимущество. И сейчас фантомка, в принципе, может выйти на топ-1 и уже разрывать. Аздас купил себе БКБ, уже все у него есть. Там СФу догнать чуть-чуть эту. Темплар Ассасин, да, Темплар Ассасин собирает себе Монту. Монта не самый лучший артефакт против уже имеющегося Battle Fury фантомки, против Окса, против СФа. Но единственное, конечно, White Witch Doctor контрит. Так, напали на Сайленсера. Убили. Без проблем особых. Но это был размен. Это был не чистый фраг, это был размен Вич Доктора. Один в один. Ну, не так уж плохо. Ну, не так уж хорошо. То есть, тут все-таки было больше участников, поэтому и больше голды здесь получили. А, нет, фраг не засчитался просто. В этот Battle Recap. Так, и неужели с Мидасом Лансер фармит медленнее фантомки? Это, конечно, будет неприятно для БТТТ. Они явно рассчитывают на своего Лансера. На свой этот лейт. Но если Лансер, конечно, сейчас возьмет себе Тараску, это будет... Не сказать даже, что ошибка, но, может быть, не самый верный ход. Как НС говорил, что в нынешней мете с новым Лансером вот этим, Тараска на него не must have. Это не тот артефакт, который ты должен собирать прямо диффуза. Если раньше диффуза Тараска, все, это непобедимый Лансер, ему больше ничего-то и не надо. Там, уже бьет очень сильно, фармит сильно. Убивать сложно. Сейчас это не так. Снизу. Никс за Рейскингом гоняется. У Никса есть мана Бёрн. Но... Думала, что в этой ситуации у нас Рейскинг уйдет, и он уходит. Темпларка прыгает, на хосте бегает, но никого найти не может. Рейскинг в панике просто прячется, ждет, пока все уйдут, чтобы выбежать и уйти отсюда. Несмотря на то, что у него есть сейчас Reincarnation. Так, пошла инициация. Крутится, крутится, крутится неплохо. Уже минус 2 могло бы быть сейчас. Но Silence, Silence хороший. Так, минус 2. Уже неплохо. Еще забирают Шейкера. Минус 3. 3 в 0. И вот у нас есть только Silence. 3 в 0 без Лансера, без Фантомка была бы. Да, Фантомка была. Фантомка решила, что уже пора поучаствовать. В итоге, файт 3 в 0. Счет сразу выходит в такую ровную отметку. Видим, что 1700 золота, минус 1000 здесь еще потеряла. По опыту же вы только получили 3700. Видим, что неплохо так поднялись по опыту. Этому Рейскингу сейчас 11 получить, его будет гораздо труднее убить. Еще переходит на Рошана. Рошан минус армор. Бьют. Но пока не так много дэмэджа, чтобы по-быстрому его убить. Просто Рейскинг отходит, чтобы не клэпал Рошан. Просто раздает ауру. Сам от Вуду Ресторейшн также отхиливается. Что ж, ТНТ выигрывают. Выигрывают Рошана, выигрывают Драку. Но Сайленсер, решает себе взять Мидас. Понимает, что надо выходить какой-то лейт. Так, прыгает Акс. Здесь не оказалось настоящего, к сожалению. Давайте посмотрим на графики. Графики обновленные. 1000 голды уже выигрывают ТНТ. Так,
Double Damage Phantom Assassin. Ты поняла? А Aegis, возможно, не нужен. И, возможно, SF нужно было дать, но неважно. Сейчас она сможет без каких-то опасений воеваться в драку и бить. Следующий артефакт, как по мне, будет Баши. Баши ей нужен, чтобы увеличить дэмэдж, а потом и Эбисл, чтобы иметь просто гигантское количество урона, разрывать этих иллюзий Лансера там, и так далее. Лансер же все собирает свою тараску, надежда на нее. Так, СФ, мы видим, уже переформил своего оппонента, Акс тоже переформил своего оппонента. Только саппорт отстают у ТНТ, но с этим ничего не поделать сейчас. Сейчас Мидас на Лансере, на Сайленсере буду делать свое дело. Это фарм. Так, фантомочка. Фантомочка с Айкис решил просто пофармить. Может быть, это и к лучшему для нее. Так, Лансер. Лансер фармит. Просто в своем лесу фармят одни, в своем лесу фармят другие. Слишком решают безопасно играть, потому что если ТНТ, это понятно, они как бы в роли отстающих были, они просто еще не смогли освоиться с тем, что они сейчас впереди. БТТ же... А, как? БТТ же мысли примерно такие, что мы проиграли файт, еще файт, мы их сражались 3 на 5, но мы проиграли. 4 на 5, извиняюсь. Но мы проиграли, поэтому надо пофармить. Нет, у вас 5 на 5 все еще сильнее пока что. Пока что вы можете еще драться с этими 5 на 5 героями. Пока тут артефактов не так много, но действительно, против Аегиса вы не собираетесь драться никогда. Так, хорошо, поймали у нас. Поймали Никсал, ничего не успел сделать, а Хастан неплохой. Минус. Результовался СФ, Много ультов уже пришло. Вард хороший стоит, просто бьет, но он уходит все в иллюзии. После воскрешения у нас вот фантомка начала резать Лансера. Лансер распыляется. Найти настоящего Лансера. Умер СФ. Умирает Такс. Надо забирать хотя бы Лансера. Лансера забрать Лансера. Вот ваш Лансер ждал, пока откадешься. Так, ладно, хорошо. Акс. Акс меточку накинул. Неплохо. Еще просветило, чтобы хоть уже не ушла точно она. И вот. Отличный фраг. 5 в 3, по-моему. Вичдок тогда не умер. 5 в 3, то есть 2 кила и Аирис. Очень неплохая драка. Еще 2000 золота. Там 7000 экспириенса. Вот он. Левел до рейс кинга. Не было у него ультимейта, может, из-за этого он умер. Так бы Торг также, скорее всего, выжил. Единственное, кто, получается, умер СФ. Но, в любом случае, драка, опять же, в пользу ТНТ. И 3000 преимущества у них уже есть. Фантомку нельзя зафокусить. Никто, они не пытаются фокусить даже, не пытаются фокусить всех остальных. Это, возможно, это и правильно, но она просто режет. У вас Лансер, Лансеру пришлось просто бегать. Фантомки, он сначала дрался, потом решил просто убегать. Не хватало дэмэджа. Глиф на фантомку решает инициировать. Неплохая фиссура достает. О, промахивается у нас станом. Никс юзается вард. Опять уже есть вард. Вард сбивается. Лансер приходит. Лансер уже надо что-то делать. И просто улетает. Неплохо сориентировался, что нет контроля уже никакого. И улетел. Просто отступает. Еще один фраг. Да, произвел БКБ. Ну да ладно. Не так уж плохо. БКБ во фраг, да и разошлись. Вот этот фраг, конечно, принес еще 500 золота и... Ну и 376, этого тоже нормально. 5200, да, Абисла рукой подать. Если, конечно же, будет Абисл. Показалось ли? Нет, не показалось у нас. Вичдоктор зафримил каска крипа. Вероятнее всего, для... Фантомочке это неприятно было. Делает себе стак. Да, получается такой стак волков еще. Вполне быстро это зафармливается. Вот криты по 1180 без дабл дэмэджа. Уже слишком мощный 18 левел. Так, фантомка бьет. Ну, неплохо. Сейчас единственный шанс как-то в пятером инициировать эту фантомку. Мы видели, что она Аегис потеряла. Если бы она не была Аегис, то все было бы хорошо. Так, шла инициация. Глобал. Глобал неплохой.
Уже Сефа развалили. Пока что убили только Шейкера. Шейкер и Сайленсер уже мертвы. Вард. Вард Ридж Доктор просто превосходный. Убивает фантомку. Вард Ридж Доктор плюс криты. И сейчас осталось убить только Лансера. Иллюзии сыпятся как на... Как... Не знаю, как что. Не смог подобрать повыслом слова. И опять минус 5. 5 в 2. 5 в 1. Это было перерождение. Вот перерождение. Турин сыграл свое. 5-2 с вашей инициацией, с вашего сала. Просто невероятно, невероятно. ТНТ показывают отличную игру. Хорошо дают скиллы, в то время как БТТ делают все так... что ли, сумбурно. Как-то быстро дают, пытаются все, вот, все по-быстрому. Давайте фокус, фокус, фокус. Но в итоге не фокус, а фокусили СФа. Да, СФ ничего не сделал, но... Все. Фантомка и вот эти 4 героя, они все равно посильнее пока что. Никс не может тягаться. Никс не такой полезный, как Такс. У Никса не так... Много денег, Никс отстает, Никс проигрывает даже саппорту своего. И, в принципе, ну, не кажется мне Никс таким полезным хедлайнером. Хоть убейте меня. Никс не полезный хедлайнер, он полезный против определенных героев. Здесь этих героев нет. В итоге, тысяча здоровья, 7 брони, просто ходят и ничего не делают. ХП слишком много у ТНТ, фокусе особо некого. Там сейчас еще появится Скади у... Сефа, и ну и что ты сделаешь, у тебя догон, у тебя весь приказ не убьет никого здесь, кроме там Вич Доктора, и то вряд ли, потому что тоже у нас, да, Ганем отстается 900 голды. Здесь МКБ, не Battle Fury, МКБ, 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 МКБ против кого? На будущее против Лайнса и Фантом, Темплайки, ну не знаю. Так, убили Рейскинга, убили Саппорт, ну неплохо, неплохо, вышли, убили, догон даже не юзали, забрали гем. Или это его гем? Там же написано, должно быть. Да, забрали, забрали, конечно. Гем у Рейскинга. А, фантомочка просто убила опять же Лансера. Годлайк у нее. Убивает вражеского фармила, уже на 5000 опережает. Еще и СФ догоняет уже Лансера. В итоге Лансер с Мидасом пока еще никак себя не реализовывает, но не надо забывать про еще второй Мидас. Второй Мидас? Серьезно, квадрстав? Ты хочешь Сайленсером делать? Орхи тут, ну это не что это? Серьезно, Сайленсер с Орхидом. Почему просто не взять себе Аганим? Увеличить длительность массового сала. И не надо будет просто это маленькое сало давать. Стоит одинаково, но еще и дэмэдж носит. Ну и то, конечно, носит, но в любом случае. Это его выбор, возможно, так надо. Я так не считаю, конечно же. Так, вот у нас Никс находит Окса. Что, будешь соло нападать? Нет. Здесь подходит Шейкер. Соло не будет нападать. Акс, значит... Наглеет у нас ТНТ. Отдает свое преимущество, которое заработали. Вот у нас 10 тысяч есть. Если оно сейчас упадет от вот этих одиночных соло-фрагов, то это будет, конечно, неприятно для ТНТ. Для Team No Team Play. В запасе 25 репортов. До сих пор не выформил себе... Дагер, все тратится на варды на всякие, Вич Доктор оставляет простор, и Вич Доктор берет себе Аганим. Сейчас, я думаю, все-таки поменяется, и нужен дагер для Рейскинга. Ломается трэп, берется реген. Заходит на Рошан, тут еще одна трэп. Хорошо, давайте еще один голду получим. Еще трэпы. Да? Лайк, надо эти трэпы ограничить как-то. Ограничить что ли в запасе, то вот так вот просто чекать, чекать, чекать. Без Окса не зайдут в любом случае. Есть еще время чуть пофармить его. БТТТ. Башер уже. У фантомки дэмэджа выше крыши. Мы видим, просто крипы ваншотаются без критов уже. Как вы собираетесь убивать? Она с БКБ, конечно, 8-секундная уже. Но в любом случае. Хотя инициация в нее может все порешать. Вот, уже все вместе. Рейскинг, смог. Смог несет себе. Но тут трапа. Две трапы, и поэтому... Даже если в смоке зайдете, вас увидят, чтобы пьете Рошана. И в итоге смог будет привезен зря. Я думаю, должен Рейскинг это понимать. Капитан, это капитан команды ТНТ. Никс опять же хитро ползает. Собрался в форстав. Вот такой Никс форстав, еще... Мне больше нравится, конечно же. Мне совсем не нравятся Никсы с догонами,
драгоном инферститим. Да, ты улучшаешь свой какой-то бурст дэмэдж, ты улучшаешь, но в итоге ты стоишь бесполезным для команды. А вот с форстафом, дайгером, там, какими-то еще барабанами, например. Да, это, ну, не популярный билд, конечно, но мне кажется, он правильный. Никс хорош, когда ты имеешь преимущество, то есть. Вот сейчас, ну, да, Зерюзон догонит сейчас. Отлично. Отлично применение артефакт за 2700. Почти как Мидас. Угу. Врываются в иллюзии. В иллюзии, иллюзии. Стритрис это точно у нас команда БТТТ. Все-таки хотят взять Рошана, как это, мне кажется. Во-первых, хотят дофармить фантомочки Эбисал. 1000 голды еще надо. Сейчас поменьше, 700 голды надо. Или что? Лансер в топе. Так, Рейскинг. Рейскинг все еще ничего не имеет. У него есть там сцепок, Солоринг, ну и все. ВД вот у нас, как я и говорил, начинает приобретать варды. Фантомочка просто фармит эти легкие стаки. Не хватает еще чуть-чуть золота. Отходит. Не собирается убить Рошана. Рейскинг что-то отходит. Еще одна монета. Это очень важно монету взять. Тут еще одна тряпа. Можешь не волноваться, что они начали бить Рошана в смоках. А вот это уже неприятно. Так. Неплохо. Станчик залетает. Вот и на Фростафе ушел. Вот неплохая реализация уже Никса. Не то же с этим догоном. Сделал бы сначала этот же Фростаф и вот так же уходил. А вот... Фантомка, фантомка. 300 золота. 300 золота здесь. Здесь у нас тоже БКБ Акс дофармливает. 300 золота тоже. А, Скади СФ уже нафармил. 3300 уже сверху. СФ все не было здесь рядом. СФ не стал отвлекаться на такие мелочи. Просто пошел фармить. 20 уровень уже есть. По опыту, кстати, у нас что по графикам? Более 15 тысяч по опыту. Да, действительно, опыта очень много у ТНТ. И все как-то стихло. Что-то успокоились команды. Не хотят у нас как-то свои инициации делать. ТНТ все крутили Шурешан, но ТНТ понятно, они хотели Эбисал. На Эбисал уже хватает. Думает, если будут драться на Рошане, то байбэк сделаю. И, ну и все, пожалуй. В этом вся мысль не покупки Эбисал сейчас. Забирает, выкладывает топор. Забирает Аиджис. Самое то взять себе Эбисал. Да, вот идет БКБ, тем более Авакса появилась. И Эбисал. Все, что вы будете делать с этой фантомкой? У вас, кстати, еще и Лансер больше не фармит так, как хотелось бы. То есть его уже обогнал там Пларк. Но Пларк фармит все-таки не так быстро. У него нет Мидаса, нет иллюзий. Но все равно. Она держится хорошо с этим Лансером. Только что даже была впереди. И вот у нас пошел сплит. Или не сплит. Рейскинг просто в лесу подфармит, хочет себе тоже какие-то деньги иметь. Он все-таки самый последний по нетворку сейчас, но если он их координирует, и вообще вот это, ну не так уж и плохо. Так, не так уж плохо они играют. И драки все, и вообще в целом он сам неплохо там. Хотел бы я что-нибудь сказать, но не знаю. Рейскинг просто как-то хорошо действует, постоянно где надо. Станчики дает. Пассивку на этом реген раздает, и в итоге фантомочки не надо покупать ни к вампирик, ничего. Хорошо, фантомка действует, не влетела. Как бывает, что увидел врага, влетел. А вот эти уже влетают. На, быстрее. Убили. Эбисал. Эбисал, надо юзать, надо быстрее юзать Эбисал. Хоть куда-то. Лансер хочет юзать Эбисал. Да, Эбисал дает. Тем временем здесь у нас разделилась драка. Темпларочка пыталась убить. В итоге фантомки отдельный удар остался. Да, через сплэш убивает. И чё, минус 5? Неужели опять минус 5?
Да, минус 5, а Игги даже не выбили. Делает байбек темплайка. Но что же она хочет сделать именно здесь? Ультует СФ просто, чтобы разогнать ее. И минус сторона. Минус сторона, байбек, минус 5, а Игги даже не выбили. Слишком хорошо Дряк чувствует ТНТ себе. Слишком много фантомки позволили, да, вы гнобили ее вначале, но потом вы как-то разжали руки и, в принципе, ваш лансер стал фидить, как-то в драках плохо участвовать. Вам 3 на 5, там 4 на 5 деретесь, лансер фармит. И в итоге лансер, как мейнкерри, соло мейнкерри, конечно же, не, в принципе, ни на что не способен. Да, есть темплар ассасин, но она не слишком синергична. Вы, во-первых, ее через манту собрали. О, у нее не так уж много дэмэджа, чем с дизолятором. Да и манта, да, для Акс самое то. Две стороны отошли, 40 минут игры. Преимущество уже должно вырасти еще выше. Пока что 15 тысяч, но сейчас оно вырастет, конечно же. Как бы этот ТТ пытаются отбиваться, как что они пытаются, хотят сделать. Пока что мне не ясно. Слишком слабо выглядит у них пик. В основном из-за Никса. Никс, Дагон, Форстав. На сайт в первой минуте, в хайдлейнере. Никса берут для какого-то раннего этого уровня. И мы видели, он сделал там фраг в миду, ну и, пожалуй, все. В итоге Ник оказался не самым полезным героем. Так, СФ купил себе Butterfly. Когда уже там на МКБ есть зачаток, 400 золота до МКБ. Но остальных-то нет. У темплайки нету пока что, она фармит. Полетела у него куря куда-то. Но хорошо, что ребята еще не сдаются. Хотят как-то попробовать выиграть. А Егис, что у нас пропал? Не пропал. Не пропал еще, но скоро уже должен. Да, скоро уже должен пропасть Егис. 4805 сверху уже. Сейчас надо... Так, тревела у Фантома Ассасина уже есть или нет? Нет, тревелов нет. Нет тревелов, нет еще одного слота. Инициация в кого это у нас? Инициировали Фантом Ассасин, просто прижал БКБ. БКБ можно было не прижимать, а дать Егис самому там подраться как-то. Даже против пятерых. Ну, может, я не прав, конечно, но это мое мнение. Я не думаю, что сейчас Фантом Ассасин слишком сильно жалеет о юзе БКБ. Все-таки 7 секунд уже было. Акс. Акс подформил еще Энчентов. Дофармливать себе... Кримсон Гуард. Крисман. Ли. А у Ланси наконец-то появляется МКБ. Но почему у нас как бы на Ланси раньше не собирали это МКБ? То есть раньше у нас... Ну, иногда собирали, конечно, но МКБ не дает такого ну, буста, что ли, для иллюзии. В принципе, иллюзионисту, они, ну, не так это важно. Да, надо пробивать, как в любом случае. Пошел у нас пуш. Пуш последней линии. В принципе, хорошо отпушный в миду и в боту. Поэтому можно сконцентрироваться именно на файте здесь. Неужто отойдут? Неужто НТ играет так осторожно и надежно, чтобы не умирать как-то лишний раз? Так. И вот линия уже подходит в миду, в боте. Да, отошли, просто решают еще пофармить. Преимущество уже больше 20 тысяч, но они не заходят. Они как-то хотят играть сейвово, думают. Сейчас последнего еще одного Рошана, последнего дождемся. Или может что-то другое, но пока я не могу определить. Все-таки план. План, что же сейчас делать, хотят они. Какие-то артефакты ждут, что ли, или что. Ну, в принципе, дэмэджа хватает. Дэмэджа, артефакт, который есть, хватает для захода. А тот же самый сайленсер может им с минусом что-то и сделать. А рефреши. Ху. Порадовал меня сайленсер, что это не Warhead, Oblivion Stuff, а в рефрешер. Да, рефрешер это действительно круто. Рефрешер это то, что надо было.
так же, как и Ганем, Гоурок, в принципе, выбрал верный путь, верный артефакт. И можешь взять уже рефреш, и все-таки твой байбек, он ничего не даст, в принципе-то, если ты не будешь без глобала. А глобал ты будешь давать, как я думаю, в первый раз в эту инициацию вражескую. Нужно не забывать, что надо давать два глобала по-разному. То есть глобал, тебе БКБ плюс, надо следующий глобал давать. Даже может пожертвовать вот этим временем, каким-то там тремя секундами, да, но в любом случае, чтобы в БКБ персонажи ничего не сделали. В лесах своих фармят. Что-то купило. Аздас купил два ультимейта рыба, будет делать скади. Что ж уходит в характеристики. Так, где Куря там? Куря на базе. Сам не везет себе. Или хочет сразу провести еще и тревела. Ну, не знаю. Это его дело, в принципе. Сейчас, если продаст сапог. Да продавай, чего уж тут. Нет, не продает, не продает. Так, Куря, Куря, Куря здесь. Ну, забери ты скади, друг. Продай ПТ, забери скади. Вот тут появился у нас рефрешер, наконец-то. Артефакт, который нужен сайлентеру, чтобы, ну, как-то хоть получше чувствовать себя в драке. Не хватает, конечно, 16 уровня. Потому что, нет, Шики вообще 13. Проигрыш в экспириенсе сказывается именно на ультимейтах саппортов. Если у керри героев, в принципе, уже есть 16 уровень, есть ультимейт, там характеристики какие-то, там плюс 15 характеристик, там плюс 10. Не так существенно. Инициация в Лансере. Хорошая хаслэм. Первая сала. Раскрыли. Раскрыли почти у нас Оксан. Но Акс убегает на 150 хп. Второй глобал. Фантомка жива, фантомка фуловая практически. Убили. Убили одного. Первую жизнь у Рейскинга. Взамен на жизнь Лансера. Лансера нет байбека, и это ГГ. Без Лансера дефа здесь нечем. Вот Фантомка просто убивает Никса. Никс показывает просто топ, топ полезность. Байбекается. Темплай Фантом Ассасина решила сама подраться, но умирает. Возможно, это ошибка, и эта ошибка может привести к еще не скончанию игры, а лишь... Так. Два трехочковых неплохих. Байбек это сайленсер, но без сала, без глобала он уже ничего не сделает, вот он дает. Дает всего лишь курсу, и в итоге. Че, там плайка, байбекает, байбейки, 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 но. Нет, вам не хватит этого. Вам не хватит этого, во-первых, потому что на следующий заход у вас не будет этих байбеков. Вам минус золото. Вот сейчас. Даже по графикам, только что был первый рекап и второй. Так, нет, это уже неплохо. Минус 5, в любом. Минус 5, это на самом деле круто. Круто для этой команды, для БТТТ. Есть какие-то надежды после этого, но это байбеки. 4 байбека. Да, 4 же байбека было. Не было байбека только от Лансера. Был байбек Шеки или нет? Сам Сикупа. Нет, Шеки тоже 3 байбека, то есть потратили. Буквально дрелись 8 на 5 и убили пятерых. Уменялись 5 в 5. Не, 5 в 6. Никс опять умер после байбека. Но сейчас есть Рошан. Есть. Может быть, Фантом Ассасин ошиблась в этот момент с выбором артефактов. Потому что был бы сатаник. Все было бы по-другому. Но станика не было, в любом случае. Так что... И вот у нас появляется еще Дайдаус. У нас SF 6 слотов. Максимум можно даггер менять, но я не думаю, что он этого хочет. Даггер дает ту мобильность, которая необходима SF-у. Заход на последнего Рошана. Слотов ни у кого нету.
Там фантомка молодец, но знаешь, топорик дает очень много ДПС, поэтому я шану. Оставленный здесь топорик помог. Быстрее бить. БКБ оставляют здесь. Ну, да, может, и права фантомка, что БКБ-то нафиг и не нужен, 5 секунд, тем более. Легче уж просто два раза всех бить, чем БКБ привязывать. Малосекундное. В итоге они решают еще пофреймить после... После взятия Рошана. БКБ у нас в круг отправляется. Что ж, фармите, фармите сколько влезет. Пожалуй, в этой игре... Ну, это не такая игра, в которой Лансер там... Ой, Лансер затащит там всех. Нет, это не из таких игр. Если есть керри, если против вас был Рики вместо вместо Фантомочки, то да, возможно, так и было. То есть, Рики, Урсаки, и такие керри, которые... Ну, вроде не такие уж сильные, и, да и с Лансером не могут ничего сделать. Но нет, это Фантом Ассасин, и один крит, и там саппорт вырезан. Плюс СФ, который минус армор вешает на всех вокруг. Да и сам пьет уже не хил, ты там 2600 имеет жизни. Атаки 400 сырки плюс криты. Да, и у ворота, конечно же. Вот на 2000 крит сейчас выпал. По крипам, конечно же, но в любом случае. Ну идите вперед, что уж вы. Что уж вы, друзья. Снизу уже подпушивается. Все. Оба глобала есть. Сейчас все зависит от вот этого сайленсера. Сайленсер у нас байбек же делал, да? Да, делал сайленсер байбек. И если бы он его не делал, был бы Аганем. С Аганем все было бы по-другому. Так им приходится отпушивать здесь. Почему бы не влететь сейчас? Так, вот, рискинг подходит. Сайт варит. Бегут сразу на варит. Ну. Томочку залетела иллюзия. Вырывается рейскинг. Вот у нас пошли. Два глобала не дают ничего кастовать, но. И демедж особо не влетает. Хотя. Фантомочка где? Да. Фантомочка была совсем не в фокусе. Фантомочка просто. После всего этого пришла и начала бить. Байбек еще. А Эгис еще не выбили. Здесь убили Ланси. Лансер без байбека воскрешается фантомочкой, и все. Бой продолжился. Вырезали. Байбекнулся Лансер. Один в этот раз байбеков нет у его союзников. Трон уже ломается, уже трон вовсю пушится. И это, конечно, ГГВП. Команда. Команда ТНТ. Невероятно. Хорошие схватки. Выигрывают игру и проходит дальше по сетке. Фасткапа номер 92-28. А команду Back to Tavern мы призываем не расстраиваться и участвовать во всевозможных фасткапах, викингкапах и других турнирах, организованных Star Ladder TV. С вами был Максилиус. Увидимся на следующих играх.